наигрался с кошками. И сейчас мой утренний прием витаминов. Я вам покажу конкретно, что я принимаю. До этого я вам показывал свой коктейль. Сейчас не менее важная часть – это витамины. Так, значит, первый витамин, который я принимаю, это витамин D3. Я покупаю всегда UpNow. Они доступны везде, их просто огромное количество и, в принципе, приемлемая цена и качество. Значит, я принимаю 10 тысяч единиц каждое утро. Я пробовал принимать до 30 тысяч, до 50 тысяч единиц, но на самом деле я чувствую, что для меня достаточно десяточка, двадцаточка. Соответственно, сейчас я принимаю двадцаточку. Для чего нам витамин D3? Для того, чтобы повышать иммунитет. Это охеренный антиоксидант. Вот. Следующий витамин – селениум, селен, вот. О пользе селена знают все, даже одно время там были типа куриные яйца с добавлением селена. Это тоже мощнейший иммуномодулятор, который помогает нашему организму бороться с инфекциями, вирусами, укрепляет иммунитет. Соответственно, особенно в такое очень, скажем так, серьезное время по вот этим вот заболеваниям различным, имеет смысл его принимать. Так. Следующий витамин, витамин К2, он всегда отлично идет в связке с витамином D3, усиливает его свойства. Соответственно, этот витамин еще улучшает намного качество костной структуры, вот, укрепляет. И, опять же, я говорил, в связке с витамином D3 они проявляют синергические эффекты и усиливают друг друга. Соответственно, его я тоже пью. Короче, омега-3 выпивает до 10 грамм в день. Помогает бороться с холестерином. И на самом деле результаты дают себе знать по моим анализам. Вот, кто-то говорит, что пью омега-3, потом сдаю анализы, ничего не меняется. Ребята, вы должны долгое время постоянно пить высокие дозы. Не неделю, не две недели, не три недели. Долгое время постоянно высокие дозы. Но к этому, соответственно, вы должны еще держать диету, питаться нормально. Если вы будете, не знаю, там, 4 раза в день питаться в Макдональдсе, или жрать там, не знаю, KFC-крылышки, и к этому возьмете там 5 грамм омеги, и будете ожидать, что у вас холестерин выровняется, ни черта не будет, соответственно. И последний лецитин, тоже добавка, его пью тоже до 10 грамм в день. Тоже добавка, которая помогает бороться с высоким уровнем холестерина. И вообще, в принципе, решает какие-то проблемы с возможным образованием тромбов в сосудах, сгущением крови и так далее. Соответственно, вот эти добавки должны быть в рационе культуриста must-have любого. Ну, естественно, для тех заторможенных, кто еще не знает, из чего состоит мой шейк, а я это говорил уже 1100 раз, из чего состоит мой шейк, я еще раз повторяю, что мой шейк состоит из 300 грамм овсянки, 100-150 грамм арахисового масла и бананчика. И еще я туда сегодня добавляю мой мегамасс клубничный. Пол отмерочки. Потому что что? Потому что вкус получается обалденный от мегамасса. Вот. Соответственно, еще раз повторяю, что это все нужно сразу же закрутить. Желательно над раковиной, потому что что-то может вытечь. Обмыть и немедля замиксовать. И сразу же после того, как вы это замиксовали, сразу же нужно пить.